Собственное жилье за 3000 рублей. Шанс сыграть новоселье в новом микрорайоне отныне есть практически у каждого. Необычным способом решить квартирный вопрос предлагает один из торговых центров города. Где именно и на каких условиях? Об этом прямо сейчас. Старт необычному шопинг-марафону с настоящей квартирой на кону дали именно сегодня, 1 апреля. Но шутки тут неуместны, все серьезно, и в финале этой акции участников ждет грандиозная раздача призов. Таким образом, поход по бутикам и зонам отдыха для посетителей торгового квартала может обернуться в будущем неожиданными хлопотами, связанными с приездом в новый дом. ТРЦ «Торговый квартал» стартовала новая акция «Шутки в сторону. Квартира за 3000 рублей». Главный приз – однокомнатная квартира в новом доме с чистовой отделкой. Чтобы стать участником акции, необходимо совершать покупки в магазинах ТРЦ «Торговый квартал» на сумму 3000 рублей и выше, регистрировать чеки на ресепшн на первом этаже. Не заплутать на пути к обладанию новой квартиры помогут вот такие наклейки, указывающие на участвующие в акции магазины и отделы. Количество покупок не ограничено, но, разумеется, чем больше собрано чеков, тем выше шансы на победу. 30 июля на парковке ТРЦ «Торговый квартал» пройдет финал шопинг-марафона с вручением главного приза. Более подробно об акции можно ознакомиться на сайте, а также у промоутеров на стойке ресепшн. В массовом проекте задействованы бутики, салоны и секции фудкорта торгового квартала. Шопинг-марафон продлится до 29 июля. По его завершению объявят имя счастливчика, обладателя новой однокомнатной квартиры в 63-м микрорайоне. От партнера акции компании-застройщика «Комфортное жилье». Евгений Брайнтов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.